Разбой средь бела дня в Ужгороде. Похитили человека на глазах у сотен очевидцев. Нападавшие были вооружены и действовали достаточно дерзко. Шокированные свидетели вызвали полицию. Что было дальше, расскажет Марина Коваль. Инцидент произошел на БАМе. Так в Ужгороде называют микрорайон, где расположены несколько корпусов университета и общежития. Мужчина вышел из своего дома и сел в «Мерседес» серого цвета. Когда начал движение, дорогу заблокировали два внедорожника. Что было дальше, нам по телефону рассказал один из свидетелей. Вибігли четверо чоловік з пістолетом в руках, витягнули силою силоміць з машини, він намагався втікти. Вони його пару раз ударили, після того намагалися затягнути силою в автомобілі. Преступники скрылись, но очевидцы запомнили номера машин и сообщили в полицию. Уже через пару кварталов нападавших задержали. Мужчину освободили. Похитителями оказались трое жителей Мукачева и один из Ужгорода. Самому младшему 18 лет. Підозрюю, що причиною цього всього стало вимагання коштів, а також, звичайно ж, вилучена зброя. Її направили на експертизу. Зараз вивчається правова кваліфікація, яка там частина буде саме по незаконному поводженню зі зброєю. Имя человека, которого пытались похитить, в полиции не называют. Известно только, что ему 29 лет, частный предприниматель. Якобы владеет сетью интернет-клубов. По одной из версий, мог стать жертвой рэкетиров. По другой, взял некую сумму в долг и не хотел ее возвращать. Истинные мотивы сейчас устанавливает следствие. Задержанным прокуроры объявили о подозрении. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности, телеканал «Интер», Ужгород.